И в завершении выпуска прогноз погоды на завтра с ним вас познакомит Алина Мозгова. Обильная роса утром 10 августа предвещает солнечный день. Дождь без ветра, затяжное ненастье. А высокоплывущие облака – примета того, что будет ясная и сухая погода. Так гласят народные приметы, а я вам расскажу о погоде на завтра. 10 августа в Кирове ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, ночью плюс 15 градусов. Ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Хорошей вам среды!